компания идет. Вот он. На поезде Иваново — Санкт-Петербург с вокзала Ярославль Главный мы отправляемся в Питер. Мы заселились в вагон. У нас обычное купе, в котором мы отправляемся в прекрасный город Санкт-Петербург. Наше путешествие началось. Ночная стоянка. Мы тут стоим 25 минут. Вот там Ольга. Вагон удобный, комфортабельный, с кондиционером. Также идет раздельный сбор мусора. Приятно удивило наличие душевой кабины в поезде. Вот конкретно в нашем вагоне. Не знаю, как в других. Из Ярославля в Питер ехать очень удобно на поезде. Всего одну ночь. Проснулся утром, и ты уже в Питере. Да, здравствуй, Питер. Да, Саша? Наш поезд прибыл на Московский вокзал Санкт-Петербурга. Отправляемся в электронные камеры хранения, чтобы сдать чемоданы, так как заселение в гостиницу у нас только в 2 часа. Мы не теряем ни минуты и отправляемся в нашу первую пешую прогулку. В Петербурге два типа дорог. Вот такие обычные и вот такие водные. Обязательно воспользуемся всеми. Такой красивый, ты красивый, красивый. Мы в сквере Багратиона. Голуби его любят. Это Багратион. А вот тут работники сидят. Нам всем приятного аппетита. Во вкусной точке мы плотно позавтракали и после завтрака отправились в океанариум. А что мы там увидели, я покажу в следующем видео.